Так что идем посмотрим. Wait, what kind of costume you want, David? Spider-Man. У нас есть костюм Spider-Man, но он с этими искусственными мускулами, а Дэвиду не нравится. Так что идем. Ой. Страшилища какие, нифига себе в этом году. See, David? Oh my God. Oh my God. Смотрите, что происходит. Вот это реально страшный, ребят. Ну это тоже, смотрите, что. Так, надо от этой подальше. Это сейчас тоже напугает. Не дешево стоит, смотрите, сколько, 350. Ой, вот это ужас какой. Кошмар. Там женщина тоже фотографирует. Ой, scare? Дэвид испугался, схватил меня за руку. Ой, девочки, мальчики. Так, ну это мы все купили. Вот давайте посмотрим, сколько здесь вот эти вот висюльки стоят, которые я взяла. Ой, тут еще какие-то, смотрите, чудовища. Слушайте, страшно, реально. Реально страшно. Так, этот мальчик ходит вокруг, я так понимаю, они сенсорные. Вы хотели посмотреть, сколько стоит, да? Девчонки, мальчишки, где тут цена-то есть? Нет? Не вижу я вот на такие вот штучки-дрючки. Вот где цены? А, вот цена, вот смотрите. Мы дешевле взяли. Вот здесь еще вот такая девочка. Нифига себе. Боу. Так, или вот такие, да. Вот такие я купила. Что у нас тут получается? Ну да, в долларе все равно дешевле, видите? Даже вот такая вот эта дороже. Ну что, идем смотреть костюмы? What? А, вот тебе говорит, надо наступить сюда. Ой, ладно, ребят, что-то действительно все пугает. Какие огромные черепа здесь, пожалуйста. Так, нам нужны костюмы. Где костюмы? Давай, Банечка, let's go. Нужно найти костюм. Угу. Of course, fake. Так, здесь костюмы для взрослых, ведьмочек. Вот, пожалуйста, метла такая вам, девочки. Смотрите, с этой стороны как будто бы мертвец, а с этой стороны нормальный. То же самое вот эта женщина. Ужас какой. Yes, David, let's go. Так, ну вот видите, как мы тут сходим, все рассматриваем. Интересные костюмчики. Здесь, ребят, грим. Смотрите, можно все что угодно себе на лице изобразить. Ой, страх какой. Вот уши можно приклеить вот такие. Да. Покажу, здесь тоже все для вечеринок продается. Огромный магазин. Здесь конфеты. Дэвид уже пошел за конфетами. Что брали? Они шар здесь был огромный. Так, ну где же у них костюмы-то? Здесь начинаются юны. Так, ну вот, пошли детские всякие костюмчики. А Спайдермена я не вижу. Вот, либо вот такой маленький. А ему уже вот этот, ну, совсем мал. Так что берем вот этот, стоит $30. Здесь у нас для Барби. Смотрите. Вот такой парик розовый. Прикольный. Найс. Розовая юбочка вот такая классная. Или вот такая. О, лосины прикольные, смотрите. Розовенькие. Что тут еще? Ногти. Вот такие реснички, пожалуйста. Вот это на волосы можно прикрепить. Или вот такие сделать себе волосы. Ну, да, смотрится неплохо.
И вот такое пончо. Смотрите, класс. Супер. И стоит всего лишь $27. Капюшончик есть. Вот чё. Видите, какая прелесть. На капюшончике ушки такие. Слушайте, я, наверное, возьму себе такую штучку. Потому что я не знаю, кем быть. Но это вот прикольненько. Один размер, я так понимаю. Да, хочу. Под лосинки, под ваши любимые. И вперед. Либо кот. Ну, кот как-то, знаете, обыденно. Вот это сразу видно, что Хэллоуин. Так что, да. Интересный вариант. Конечно, вот красивый костюм. Женский, $65 стоит. Но видите, холодно уже. Поэтому нет смысла в такой наряжаться. Нужно быть красавицей. Бель. Видите, какое желтое красивое платье. Но снова вот это вот все будет открыто. $170. На взрослую девочку. Видите, X-large. То есть размерчик большой. Так, а что здесь? Синдерелла. Тоже большой размер. XX+. А, так. Ну и все, в принципе. Ничего такого больше интересного я не вижу. Для себя. Так, я вот хотела посмотреть Spider-Woman. Но что-то ее найти не могу. Ну ладно, идем в другой отдел. Вот, говорит, сам понесу свои шары. Девочка говорит, держи крепче, а то улетят. Вот, пожалуйста. Ой. Класс. Готовимся к днюхе. Ой, ребят, забыла вам сказать. Заехали мы еще в один магазин. Вот, накупили всего. Времени просто было мало, я уже не снимала. Заяц устал. Такой помощник. Тележку мне возил. И вот цветочки такие взяла, ребят. Ой, вообще прелесть. Ромашечки. Вы знаете, везде уже отцвели. А вот эти такие свеженькие, классные, ну просто прелесть. Ну так, ничего особенного не купили. Вот хлеб там, нарезку, йогурты, мороженое, бананы. Народу здесь много. Так, Дэвид мне помогает, спасибо. Он говорит, мама, похоже на перец. Я говорю, ну да. Это и есть перец, просто декоративный. Смотрите, какая прелесть. Я взяла оранжевый и красный. Две лайки, Дэвид, по $6. Это не наши шары. Дэвид счастлив. А что, уже послезавтра день рождения. You alright? Oh, you need my help. А, ну да, закрыто. Давай, давай. Надо на кнопочку нажать. Давай, зайчка. Видите, себе шары поставил. Давай, давай. Careful. Так, ну что, ребята, мои дорогие, поедем мы домой, потому что дядя уже заждался. В общем, что хочу сказать. Потратили вот на это, на все, ребят, $87. Вот такие дела. Все, мы с вами прощаемся. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.